Всем привет, друзья! Всем привет, друзья! Знаю, не для этого я создавал канал, но мы здесь все люди взрослые и не можем бросать своих. Всем привет, дорогие друзья. Все мы привыкли, что мы живем вечно. А как оказывается-то это не так. Сколько раз я вам говорил, не тратьте свои минуты попусту, подойдите к вашим любимым, родным, близким, обнимите, поцелуйте, приголубьте, почувствуйте их теплоту, их запах волос, сделайте для них что-то хорошее. Никто не знает, как долго вам выпадет счастье находиться рядом вместе. Александр Мухин, наш подписчик, наш. Здравствуйте, Вадим Викторович. В мой дом пришло горе. У меня пропала моя мама. У меня есть к вам просьба. В следующем своем стриме попросите, пожалуйста, своих подписчиков, у кого есть мама, пусть подойдут к ней, обнимут, поцелуют, пожалеют и скажут, что они ее любят. Надеюсь, вы не откажете моей просьбе. Заранее благодарю. Моя мама врач, я учусь в мединституте. В субботу мама с подругой пошла на речку отметить день медика. Подруга в шоковом состоянии рассказывает, что мама пошла к реке руки сполоснуть. Отвернулась и нет мамы. Потом начала выглядывать и увидела, что ее уже вниз по течению несет. Мгновенно вызвали спасателей, полиции. До сих пор ищут. Я не стал тянуть до стрима, потому что, возможно, стрима не будет. Хоккей и футбол, чемпионат мира. Нам всем не до этого, но у человека горе. Я от лица всего канала хочу Александру Мухину выразить наше соболезнование и держись. Просто держись. Кто бы что бы ни говорил, тебе сейчас будет так погано, тебе уже погано, что никакие слова тебя не утешат. Время, только время. Вначале притупит, потом вылечит. Но ты все равно обязан жить. Потому что да, мама, ее теперь не стало, но кто-то же другой в твоей семье есть. Я не знаю, жена, дети, папа. О них кто будет заботиться? Хлопцы, не тратьте время понапрасну. Жизнь состоит из всего этого. Из суеты, из беготни, из пустых бла-бла-бла. А потом, когда неожиданно, это всегда неожиданно, выходит так, пизды кляля тебе по балде. А почему я не подошел? А я дурак, а я вот это, а я вот то. Да, ты дурак, ты вот это, ты вот то. Потому что когда у тебя было время, ты этого не сделал. Хлопцы, поверьте, я знаю, о чем я говорю. Мне было 14, когда я маму потерял. 21, когда потерял отца. Вы думаете, я не хотел бы вернуть все это время? Хотел бы, но не могу. А многие из вас еще могут. Так вот те, кто могут, не теряйте его попусту. Потом сами себя поедом жрать будете, а будет поздно. Сань, держись. Давайте, ребят.